Так, всем привет. 29 января 2020 года уже. И вот замораживается ставридос, ставридка черноморская. Размер не супер крупный, но вот такой, какой есть. Так вот она упаковывается в вакуум. Вот вакуумный аппарат. Вот вакуум взвешивается это все. И вот так вот все упаковывается, а потом идет в морозилочку на таких противнях, потом на тележку, вот так вот, и это все упаковывается и уезжает, замораживается вот так вот. Так что кому понравилось, ставим сердечечки.